немецкая версия пользовался, а потом русская. Чтобы поднимали из этого как-нибудь туда вот. Быстро ходил на искусственную куклу, на кукольные бабы, там флекшн разные. Что сделать? Портмоне могу сыграть роль диванчика, какая-то крышечка от банки, уже журнальный столик был, какая-то там баночка или флакончик, соответственно, каким-то там арт-объектом, или же коробочка из-под духов, там шкафчик или холодильник. Все это собиралось, строилось, мне нравилось сидеть так подолгу, смотреть, мечтать, как бы я стал маленьким и походить по этим интерьерам. Мастер миниатюры, он и инженер, он и архитектор, он и мастер, он и художник, и он совмещает много массу своих специальностей, объединяет в одном. То есть я придумываю идею, как это может быть, как эта форма, а потом уж начинаю думать, а из чего это можно сделать, из каких материалов, как это сделать. Идея может быть прийти из сна, может быть прийти просто вот какое-то вдохновение, я могу идти по улице, увидеть какую-то машину, и мне тут же возникает идея, как это можно обыграть ее формы, цветом, текстурой. Так снимает время, и строки могут растягиваться другими слоями. Можно будет раскрасить, можно будет кирпичики наклеить. Наносится послойно, вот так вот. Разглаживается она вся с клеем. Ждет. Это обыкновенная туалетная бумага. Самая дешевая такая, серенькая, копеечная. То есть она хорошо размокает, хорошо размалывается миксером или блендером. Вот таким вот образом у нас все это облепливается. То есть изначально вот была форма, вот такая из пластилина. В данном случае обычные подручные материалы, это картон, бумага, папье-маше, какие-то деревянные маленькие элементики, фурнитура. То есть это можно найти в любом доме, допустим, пойти в магазин, купить там картонную коробку и сделать из нее домик. То есть ничего такого сложного нету. Размешивание, из них получился вот такая калиточка. В частности, Mossfire группа, есть Hello Teddy группа ВКонтакте. Но некоторые посылают отчеты, что да, Александр прям поставил на полочку, довольно, дети довольны, все хорошо, все прекрасно. Дальше все это будет облепливаться массой, приглаживаться, разравниваться, грунтоваться, раскрашиваться. Вот такие формы, они прощают некоторые ошибки. То есть, если вы делаете там идеально все выверенное, по-любому там где-то будет перекос, там будет это видно. А здесь это как бы вот так и должно быть. Здесь горбинка больше, здесь горбинка меньше. Он получается как бы нарисованный детьми. Как вот дети рисуют по наитию, так вот они формируются, вот образ. Домик-ночник. Он чисто ночник идет без каких-либо.
подсветочку. Открываем дверцу. И меняем нашего зерныша. Большинство коллег так и думают, что вот он занимается ерундой, там какие-то домики строят, как ребенок там увлекается, что это может дать. Но потом, когда узнаю, что там у меня была выставка, у меня там купили работу там за неплохую сумму, уже, знаете, так начинают. Ага. Угу. Уже локти так покусывать.